Т-77. Сын осенних коробок. Бесит. Это именно то слово, которое подходит под этот танк лично для меня. Если вы на моем канале давно, то вы сразу понимаете, о чем идет речь, если я говорю, что танк бесит. Это значит, что у него кривая конченая пушка, которая меня раздражает. Если у танка хорошая пушка, то он меня не бесит. Т-77 меня нереально бесит. Очень сильно бесит. Если бы это орудие заряжалось не так долго, как оно заряжается, 35 секунд. 35 секунд, 3 снаряда кривых. Стандартная ситуация, когда ты раздаешь барабан на Т-77, это типа «не пробил, попадание, пробил». Или типа «не пробил, не пробил, попадание». И эти заветные «пробил, пробил, пробил» ты слышишь не так уж и часто. Когда ты стреляешь вблизи, и у танка, у вражеского, не нужно выцеливать маленькую уязвимую зону, ты можешь насладиться этим барабаном. И даже в этой ситуации иногда ты услышишь из трех выстрелов одно попадание. И из-за того, что оно перезаряжается 35 секунд, этот сын осенних коробок заставляет тебя с самой первой минуты боя беспрерывно раздавать барабаны. А вы этого не можете делать каждый бой, поскольку танк не особо бронированный, я бы сказал, что он в принципе танковать не хочет, не собирался, ему вообще лень. Как ты его ни крути, ни рамбуй, ни переворачивай, ни боком, ромбом от башни, как хочешь ты его крути и верти. Оно такое вот закругленное и со всех сторон одинаковая никакущая броня. Это танк, вот у которого везде преобладает лень. Ему лень танковать, как бы ты ни крутил его, ни вертел. Ему лень нормально свестись, стабилизации особо нет, и едет он точно так же. Вроде немедленно, но спешить он не хочет. И тебе нужно беспрерывно раздавать барабан за барабаном, вообще нельзя в бою останавливаться, если ты хочешь на этом танке нормальный результат. А я хочу нормальный результат. Иначе зачем вообще заходить в картоху? Ведь вся суть игры для старых игроков это мериться статкой, больше в ней делать нечего. Ты либо с кем-то меряешься статистикой, либо сам с собой для себя пытаешься превозмочь какой-то танк или геймплей лично для себя, чтобы хоть какой-то интерес в игре сохранялся. Мне лично очень хочется на Т-77 превозмочь и что-то на нем суметь, но каждый раз у меня сгорает жопа. Играю я на нем уже довольно-таки много, получил в этих великолепных осенних коробках донатных, но так и не набил какого-то там вменяемого лично для себя результата. Отметки на нем особо набиваться не хотят, и я для себя вывел такую вот формулу хорошего боя на этом ведре. Нужно умудриться беспрерывно въезжать в безопасную стрельбу, пока перезаряжается барабан 35 секунд. То есть ты приезжаешь, раздаешь барабан, и сразу из этого барабана за 35 секунд тебе нужно предсказать будущее и въехать в следующий барабан, чтобы сразу на зажиме его раздать. И из следующего барабана ты снова за 35 секунд должен доехать до следующего. Непредсказуемый, невообразимый и ошалевший рандом, где бои по 2,5 минуты чаще всего со счетом 0-15-15-0, ты должен читать его и умудряться за 35 секунд идеально приезжать туда, где ты будешь снова раздавать кривой барабан. При этом в этих местах ты не должен получать сильно много, поскольку танк танковать не хочет, а хп не бесконечное. Лично для меня это почему-то нереально сложный танк. Какие-нибудь эмили с кривыми пушками для меня были намного легче. Там орудие еще кривее, но оно заряжается быстрее. А чем быстрее заряжается пушка, тем чаще ты можешь не выходить из боя и снова раздавать барабан. А вот на Т-77 ты где-то должен пропасть на 35 секунд и потом из ниоткуда появиться. При этом у Эмили крепкая башня. А здесь иди ты нафиг, какая броня. При этом планка на 3 отметки 3000. Это уже она устаканилась, какое-то время прошло. И это далеко не самая высокая отметка для прем-танка 8 уровня. У того же самого Ренегата 3300. На нем намного легче играть, чем на Т-77. В принципе, я вроде бы просек, как на нем нужно действовать в бою, но стабильности на нем нету у меня. И очень сильно пригорает. Даже на Эмили 1951, где прицел на пол экрана, у меня хоть и пригорало, но 3 отметки взялось. На этом чудовище почему-то просто не клеится. Но очень хочется.
И чем дальше, тем еще сильнее хочется превозмочь этот танк. Но каждый раз сгорает. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои мысли в комментариях про этот танк. Заглядывайте в группу ВКонтакте, там интересное бывает. С вами был Варчик, играйте красиво, всем пока.